Ножницы по металлу. Я пытаюсь из них сделать ножницы по китайскому образцу. При резке подобными ножницами возникает опасность повреждения рук. Сейчас мы попробуем переделать их. Я видел подобные ножницы на AliExpress, вот примерно подобную форму постараюсь им придать. Мне надо будет отрезать здесь и приварить вот эту ручку выше. Здесь тоже отрезать и приварить выше той ручки. То есть как бы вынести горизонталь реза ниже уровня ручек. Теперь буду пытаться приварить вот примерно параллельно этой . Посмотрим, что получится. Надо усилить, и главное, чтобы плоскости здесь совпали. Здесь наварим, усилим, а потом займемся второй. Так, почистили наплыв от сварки. Будем резать вторую губку. Здесь придется нам делать вставку. Кусочек толстого железа вваривать вот сюда. Перемычка получится в эту сторону, чтобы ручка у нас сошла как положено. Ну и режущая часть все было как подобается. Так, вырезала я вставочку. Будем приваривать. Не мешает двигаться. Будем приваривать это. Так, что-то такое. Ага. У нас получается плоскость реза ниже, чем мы держим руку. То есть рука получается вместе с рукоятями над железом, а плоскость железа ниже. Вот. Все работает. Подлаштовать, улучшить виль. Ну и опробовать. Так, получилось маленькое неудобство. А именно, надо эту конструкцию переделывать, вот это изгиб ручки смещать ниже и саму ручку подавать дальше, ибо когда режешь широкий лист, эта штука, плоскость упирается и немножко тянет влево, сильно мешает. На узких полосах проблемы никакой, а вот на больших листах надо сделать смещение полностью рукоятки назад и смещение крепления в пятку, а не сверху, немножечко ближе к пятке. Так, вот что-то такое интересное получилось. Ну да, тут еще подработочки некоторые сделаем для улучшения вида. Подварим еще, подрежем, подточим, подгоним. И здесь также поднаштуем. Так, вот окончательный вариант.
резать стало гораздо лучше. Ну и в целом изделие будем на сайдинге испробовать попозже. Thank you.